жителям нашего района, получающим федеральные льготы, имеющим право на получение набора социальных услуг, хочется еще раз напомнить, что они могут выбрать получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. С января 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1048 рублей 97 копеек, в том числе обеспечением необходимыми медикаментами 807 рублей 94 копейки, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 124 рубля 99 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 116 рублей 4 копейки. Если вы уже подавали заявление об отказе или о возобновлении набора социальных услуг, и вы не хотите менять ничего в своем заявлении, то нет необходимости вам приходить подавать новое заявление в орган пенсионного фонда до тех пор, пока вы не измените свое решение. Если же вы поменяли свое решение и хотите с января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг, или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября текущего года нужно подать заявление в пенсионный фонд или в клиентские службы, или через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда.